benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Idem missa est. Deo gratias. Слышали? Барон Валуа умер? Нет. Теперь Бартоломео Дальвиано непременно выступит против папы. Компания Чезаре будет под угрозой. Это настолько плохо? Быть может и нет. Его имя Эцио Аудиторе. Кого? Ассасина, который убил банкира. Говорят, что он может пробраться даже в Ватикан, если захочет. Все же есть надежда. Быть может, правление Чезаре наконец закончится, и церковь вернет былую славу. Я напишу новые проповеди и оставлю их в храме. Постарайся прочитать их убедительно, с чувством. Господин, последователи готовы исполнить любой наш приказ. Они считают, что ими повелевает Бог. Бен, ключ у тебя? Да, патрон. Да не оставит тебя Господь. И тебя, патрон. Ассасино! Ты не убьешь меня! Дальше от тебя, ассасин! Thank you.
моей стороне, ассасин! Своими действиями последователи Ромула помогают папе. Конечно! Они невежды, а мы просвещены. Их ярость вернет народ в лоно церкви! Некуда. Глупец! Ты сражаешься с теми, кто мешает черни уничтожить установленный порядок! Твой порядок — это хаос! Остановите его! Быстрее! Фу! Pues que te empache.